Российский университет дружбы народов и Институт космических исследований Российской академии наук подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Есть темы, которыми такие традиционные. Это космическая навигация, баллистика космических аппаратов. Есть темы, которые важны. РУДН имеет гораздо больше опыта, чем вот наш институт. Это космическое право. Это очень важная тема, особенно важная. Она становится в связи с планируемым в нашей стране освоением Луны вот в ближайшее десятилетие, посадками на Луну. Здесь необходимо решить перед этим все юридические вопросы вот с правом собственности на те участки, где будут осуществлены посадки. Я надеюсь, вот специалисты РУДН нам здесь помогут. В планах совместной работы – участие в конкурсах предприятий на проведение научно-исследовательских работ, проведение мастер-классов, круглых столов, научных семинаров, научно-практических конференций с участием известных ученых и практиков, а также подготовка научных трудов. Есть, конечно, интересная тема, которой тоже РУДН хорошо специализируется. Это экономика космической деятельности, но любая наука, кроме чисто теоретически, где нужен карандаш и бумага, основывается на приборах, экспериментах, а наша наука космическая еще на дорогих и очень дорогих космических аппаратах, поэтому нам тоже надо научиться планировать расходы, затраты, и мы здесь тоже надеемся на помощь коллег из Университета дружбы народов. Институт космических исследований РАН – главной академический институт по исследованию и использованию космического пространства в интересах фундаментальных наук. Он выполняет экспериментальные научные работы по таким направлениям космической физики, как астрофизика, физика планет и малых тел Солнечной системы, физика Солнца и солнечно-земных связей, космическая плазма и исследования в области нелинейной геофизики. Анастасия Колесниченко, Сергей Мартыненко. Новости ТВ РУДН.